Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. 11 января в 5 утра в службу 101 поступило сообщение о возгорании на строящемся объекте. Напротив дома 58 по маршала Жукова загорелся строительный вагончик на площади в 12 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Наиболее вероятная причина произошедшего – короткое замыкание электрической проводки. Причину возгорания устанавливают сотрудники отдела. Дознание. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мошенников, которые, пользуясь доверием пенсионеров, получили от них денежные средства. Один из таких случаев произошел 9 января в 4-м квартале с пожилой женщиной, проживающей по адресу Дзержинского, 49. Вымогатели, зайдя в квартиру к женщине, сообщили, что ее дочь попала в ДТП и нужно ей передать деньги и необходимые вещи. Пострадавшая начала звонить своим детям, которые не брали трубку. Недолго думая, пенсионерка отдала крупную сумму денег преступникам. Как только деньги были переданы, родственники дозвонились до пожилой гражданки. И тут выяснилось, что ее обманули. О случившемся сразу же сообщили в полицию. Благодаря тому, что жилой дом полностью оснащен камерами видеонаблюдения, удалось быстро установить машину, на которой приехали злоумышленники. Вечером этого же дня машина была обнаружена сотрудниками ГИБДД. Курьер, водитель и их сообщник были задержаны. Сейчас по факту данного происшествия проводится проверка. В 4-м квартале буквально на днях произошел неприятный инцидент. У дома по улице Дзержинского во время выгрузки мусора контейнер весом более 50 килограммов сорвался с высоты и упал рядом с рабочим. Лишь по счастливой случайности рядом никто не проходил и не случилось страшной трагедии. В январе сотрудники ГИБДД проведут плановые рейдовые мероприятия. 19 января на пешеходных переходах. 20 января по выявлению нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. 23 января по контролю за применением детских кресел и рейд по тонировке. 24 января по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. 25 января по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности. 26 января по выявлению нарушений водителями такси и трезвый коридор. Сотрудники ДПС напоминают, что основной целью рейдовых мероприятий является профилактика нарушений ПДД, в результате которых гибнут и страдают люди. В Тольятти уже 8-е сутки разыскивают Кузнецова Даниила Олеговича, 2001 года рождения. С 3 января этого года родственникам его местонахождения ничего не известно. Приметы разыскиваемого. Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлорусые, глаза карие. Был одет, черная куртка, темные спортивные штаны, черные кроссовки, черная шапка. Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по единому телефону службы спасения 112.